Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Миши, и мы сегодня будем ролить ему талантики. У него есть пара героев, которые без талантов. Бабайка, вот такой вот у него ник. Давайте посмотрим аккаунт, как видите, донатный почти. Ну, уже 500 000 есть. Пошел на следующую строку. Так, находится он в гильдии Джокер. Атака фортов 20.00, боссы 20.00, БГ не прошел, в ЧС пошел, телега ОБ. Телеграм ОБ, не знаю, что означает. Первые, третьи места, кидайте заявочки, вступайте. Так, окей, поехали. Посмотрим на его аккаунт, что у него есть. И что нам надо будет ролить сегодня, у нас акция. Сейчас посмотрим, какие там у нас призы. Так, Атлантик. Ну, Атлантику желательно ремочку, почему я уже говорил, на древние испытания. Лучше талантом. Так, Дед Мороз. Ну, тут замедление. Фрея топовая. Гаргул неплохой. Минотавру неплохо железную бы вытащить. Так, Дрейк отлично. Ведьма есть. Нормально, отлично. Неплохой такой довольно аккаунт. Все, что надо для удобной и комфортной игры, у него практически есть. Так, Рину. Неплохо. Ворожей. Хранитель. Ну, что могу сказать? Неплохой аккаунт. Вот Афинки Атлантик нужен. Ронину. Ронину ожог нужен, да. Асури талант нужен. Ну, в общем, есть кому талантики поставить. То и Махатма даже есть. Тоже нужен талантик. Окей. Дальше у нас уже пошли допы. Еще одна мохнатка. Ну, неплохо, неплохой аккаунт. Ну-ка, сейчас еще посмотрю, что у него по гарнизону. Так, сюда можно пару пятерок закинуть. Угу. Так, смотрим, там у нас акция сегодня, таланты выигрывают. Сейчас посмотрим, что там есть. Так, за 5150 льдышка, мифкарта. Судьба за 150 10к, что большой приз. Ну, вот такое себе. Так, ну, поехали, будем пробовать. Это так, чисто механически проверка была. Так, идем ищем нашего стрелка. Стрелок за разбросом. Поехали. Так, каменка третья. Не надо нам. Я сейчас допом еще поставлю тройки, четверки. Я не знаю, посмотрим, как сейчас будет в акции падать. Так, не в четверка. Так, вроде с допами более-менее разобрались. Так, и замедление неплохо было бы. Или тяжелый удар. Разброс. Отлично. Один разбросик поставлю сюда на ведьму. Для архидемона пусть будет. Поехали дальше. Ну, пятерка первая уже есть. Так, смертельный никому не нужен. Ну, кстати, и ремку неплохо было бы словить.
Так, замедление четвертое не то. Жесть, уже треть просто тупо израсходовали и нифига толком не выбили. Так, утекание нафиг не надо, четвертое тем более. Переговор то же самое. Короче, жесть какая-то. Время этих акций, лучше вообще этим не заниматься. Так, ну давай. Замедление. Так. Одно замедление, в принципе, ему и для стрелка неплохо было бы. Так, душек у него с замедлением, укротитель с замедлением. Кого бы еще в замедление кинуть? Еще одну Фрею. Ведьма, конечно, мы поставили разброс. Да, и замедление ему можно. Разброс у него, в принципе, стрелок есть. Давайте пока сделаем обратно вот так вот. Если что, у стрелка есть, это будет лучший вариант. Так, просто, в принципе, больше ему замедление особо-то так и некому ставить. С этими архидемонами у нас все время меняется что-то, и опять же приходится все перероливать. Так, окей, поехали дальше. Четвертая каменка. Ожог приди. Вот только троечка, к сожалению. Блять. День замедлений какой-то прям. Я даже хрен его знает, что делать. Поставить Фрейя. Тут вариантов особо у него, в принципе, нету. Арктика. Еще есть вариант, конечно, Медузу. Но замедление сейчас особо не используется, в принципе. Мохнатка. Так, ладно, кину допу. Да, что-то, ребят, просто печаль. Ну давай уже пятерку какую-то. Стойкость четвертая, это херня полная. О, огненная защита. Так. Огненная защита. Ну, блин, тоже. На финку мы не кинем. Хотя есть как вариант на фину кинуть огненку, но это не то будет. Такс. Тут уже есть, тут тоже вкачанные. В принципе, можно и Афине поставить. Но все-таки я больше фанат атакующей сборки на ней. Тут ему огненных защит тоже хватает. На Асуру смысла нет. Павлик с ней уже. Фрея тоже нет. Махатма. Ну, как вариант на Махатму поставить, но это реально будет херня. Это лишь бы так поставить. Риббит есть. Можно и на Риббита поставить. Но от нее толку на Риббите тоже не будет никакого. Блин, такие таланты падают, которые хрен знает кому ставить.
Реально. Поставлю пока временно на Махатму. Во всяком случае, лучше будет. Так, поехали дальше. Ну, так себе, что-то сегодня пятерки, конечно, падают, но... Но не ахти. Не те даже, что надо. Сложно на таких аккаунтах выловить. И все. Блять. Это жесть, ребят. Ну, это просто жесть. Падает все, да не то, что надо. Так, вариант. С того, что есть, они плохо заходят. Варжею. Да, и варжею не особо хочется. Поставить Афине, в принципе, вторым. Афина, кстати, тоже неплохо заходит. Такс. Поставлю сюда огненку. У меня тоже такая есть. Возможно, когда-то пригодится. Ну, не знаю, просто вариантов тут не особо много есть. Так, окей. Поехали, сделаем. Вот конем попробуем. Кое-что еще сделать. Так. Отличненько. Такс. Забрал я три коробочки. Давайте, кстати, попробуем. Заклинательница. Профессор Рибит. Бигфут. 40 Седна. Еще одна заклинательница. И Фрея 40 осколков. И что я вам сейчас скажу? Как думаете? У него заклинательницы нет. Поздравляю. Еще один недостающий герой. Так, заклинательница. Сразу ее откроем. Отличненько. Так, что у него тут по талантикам есть? Ну, грубая. И этот пусть они таки будут. Давайте пооткрываем плюшки. Ну, такое себе камешки. 4 карты. Кстати, у него выпало 100 осколков огнекрыла. Ну, если сейчас бы еще 100 выпало. Всего лишь 10. Так, ну, вроде с этим разобрались. Так, что там у нас ронины? Поехали, коробочки пооткрываем. Может, с коробочек что-то интересное упадет. Ну, во всяком случае, у тебя уже есть еще один недостающий герой. Так, сразу же пятая корка, охренеть. Прикольненько, конечно. Так, поехали. Наши коробочки. Где наш стрелок? Бум. Блять, да что такое-то, а? Какой-то заколдованный аккаунт. Реально, огненные защиты, замедление, огненные защиты, замедление. Да что это такое-то, а? Это жесть. Просто жесть. Есть.
Ребят, это лайк однозначно. Поздравляю. Руньку мы уже ему сделали. Так, где его Ронин? Вот он. Поменять. Давайте вот этот замен. Заменить. Огонь, просто огонь. Ну, там он дальше уже сам разберется. Так, ну, поехали. У нас еще две коробочки. Ремку неплохо было бы. Корка. Ну, корка тоже вариант неплохой. Анубис нет. Хранитель. На хранителя, конечно, можно было. Но это не то. Асура. Лучше на Асуру поставить хотя бы. И давайте сразу на Асуре. Бум. Бег. Ну, поздравляю с бегом. Тоже очень нужный талант. Так, окей, поехали дальше. Это еще не конец. Поехали, будем дальше сейчас трешевать. Давайте немножко в ускоренном режиме. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, и чё? Просвещение. Не знаю, кого он там будет качать. Минотавр. А, давайте Ронину поставим. Так, где наш стрелок? Огненная защита, вот так вот, ребят. Огненка. Еще одна. Ну, это просто жесть. Я просто, честно говоря, в шоке с того, что здесь делается. Ладно, ставлю сюда какой-то огненный заколдованный аккаунт. Замедление и огненная защита. Это просто пипец. Блять, опять. О, бог войны. Отлично. Так, 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 так. Бог войны. Афина. Как вариант, вижу Афину. Там у него такие в основном стоят. На Афинку. По сути, это четвертое воодушевление. Блин, и огненка ей нахрен не нужна. В принципе, он рунами может собрать. В принципе, аккаунт донатный. Я ставлю так. Делаю, пусть будет огненка. Так, ну блин, сделали. Исправили ситуацию с аккаунтом. Однозначно. Еще неплохо бы какой-то талантик вытащить. Утекание. Так, окей, поехали, заберем талантах. Все остальное он уже сам заберет, ему отпишу, пусть там побегает, акции посмотрит. Забрать. Забрать. Ну, еще 10к у нас. Блин, паролить еще что ли? Может, что-то интересное выпадет. Давайте еще паролим. Так, 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 так. Стрелок. Поехали. А мы не забрали. Получить. Поменять. В ускоренном режиме. Может, что-то интересное. Оживо. Так, оживо. Дерево у него с оживой. Блин, ремку неплохо было бы словить.
Так, вольт. Нет, хрен его знает, кому это жилу пихать. Поставлю сюда для силы просто. Так, поехали дальше. Так, где наш стрелок? В общем, мы сделали то, что надо было. Мы уже, в принципе, сделали. Так, четверка. Сейчас кому-то влепим. Хотя можно было, блин, Асурия живу поставить. Надо было ему поставить. Было бы лучше. Ну, хотя, в принципе. Корка на нем тоже очень круто заходит. Так. Ну, ожог мы уже выбили. И все. Ну, во всяком случае, поздравляю. Думаю, доволен. С вас, ребят, лайк, подписка. Смотрите за новостями по новому каналу, по новому аккаунту, точнее, не новому каналу. Все, всем пока, всем удачи.